В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомств отчитались в проделанной работе главе округа Владимиру Волкову. Подробности в материале моих коллег. Перед тем, как участники совещания приступили к своим докладам, глава городского округа Люберцы вручил ключи от новых квартир детям-сиротам. Обладателями собственного жилья стали две девочки, которым исполнилось 18 лет. Всего с начала этого года квартирами обеспечено 33 ребенка. Еще три человека получат заветные ключи в декабре. В городском округе Люберцы продолжается реализация поручения президента Российской Федерации и губернатора Андрея Юрьевича Воробьева по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей. Так, всего за период с 2008 года по сегодняшний день администрация городского округа Люберцы обеспечена жильем 312 детей. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило более 2000 обращений. 31 уголовное дело возбуждено за отчетный период. 24 преступления раскрыто по горячим следам. Краскова нашли арсенал оружия под крышей, где разбирали крышу. И также у одного из граждан Люберецкого района совместно с сотрудниками Главного управления ФСБ и МВД был изъят большой арсенал дома, то есть занимался переделкой оружия, то есть это все изъято. Сейчас проводится проверка по данным, возбуждены уголовные дела по данным фактам. 44 выезда по сигналу тревоги совершили сотрудники Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. В 6 случаях они боролись с огнем. Не обошлось без пострадавших происшествий в деревне Кирилловка. Обгорел частный жилой дом на общей площади 105 квадратных метров. К сожалению, есть пострадавший. Мужчина 71 года рождения, госпитализирован. В городском округе Люберцы продолжается плановая замена лифтов. В этом году обновлению подлежит 39 единиц оборудования. Чтобы выполнить задачу, остается заменить 2 подъемника в жилом доме в Октябрьском. А по программе капитального ремонта уже большая часть работ выполнена. Из 135 МКД готово 85. Жителям округа напомнили, что ознакомиться с адресным перечнем можно на сайте администрации в разделе ЖКХ. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.